Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Рустен, и я продолжаю прохождение Super Mario 64DS. Короче, в прошлой части мы забрали последние звезды в 12 и в 13 мире, а теперь нам оставается тут забрать 100 желтых монет в 12 и в 13 мире, чтобы все монеты собраны были. Давай уже, бери эту монету. Одну монету мы забрали уже. Ура, еще 99 монет осталось, а... И, как всегда, я думаю, что мы где-то сдохнем, да? Потому что же это Super Mario 64DS. Она меня может в любом моменте убить просто, эта игра. Для начала, я думаю, мне нужно те монеты забрать, где мне с Марио летать нужно, да? И как стараться больше монет забрать там. А потом уже остальные как-нибудь уже... Легче бы, да? Ну вот эти вот самые легкие монеты. Только тут мне надо летать тут и пытаться как больше забрать монет. Я думаю, даже мне, что все надо монеты тут забрать. Ну да, я только одну сейчас забрал. Ну, 5 монет. Ладно, пойдет. Пару раз будем туда-сюда летать и как-нибудь наберем монеты. Примерно... 40, чтоб 40 или, может быть, 30 тоже еще хватит, только лучше больше набрать монеты. Потому что я не могу пойти в секретную гору, скатиться вниз, а потом выйти из мира. С того секретного бонуса. Ну, пофигу, но вот эти вот я пару могу забрать, ладно. И, пожалуйста, Марио, не сдыхай где-нибудь здесь, а то я только что пытался... Только что я делал запись от этой игры, да? Понимаете, что произошло? Я нажал не на ту кнопку и... Полностью эмулятор весь завис был. Полностью все зависло было. Я ничего не мог делать. У меня было где-то 90 монет здесь. Ну, запись-то все равно была где-то... Примерно почти 20 минут там. Там я все равно орал только, потому что... Зависало всегда все. И Марио тупица был, ничего не мог делать там. Просто фейлили всегда. Ладно, вот эти мы тоже возьмем. Вот эти вот мы монеты тоже заберем, если мы уже здесь. Давай. Еще два гумба осталось поубивать. О! Хорошо. Так, теперь мы отсюда вообще. Полетим на самый верх. Вот сюда мне надо. Потому что еще тут столько монет в этих кольцах. И мне надо стараться как минимум всех забрать. Или как самое больше стараться забрать их. Может быть, хватит, если примерно сейчас где-то будет 50 или 60 монет, по-моему, или сколько там осталось. Ну, пофигу, приземлимся здесь. И будем тут монеты забирать. Так, где здесь? Здесь много монеты. Давай-ка сюда. Тихо, не торопиться. Здесь тучка. Ветер делает она нам. Сюда в картину мне заходить нельзя. Потому что я с того места не выберусь больше никогда в жизни. Нет, 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 нет. Не вздумай, пожалуйста, Марио. Не надо тебе делать так, окей? Делай то, что мне нужно, и все. И будет все в порядке. Ту людям, наверное, уже надоело, когда что я почти каждую часть ору здесь в этой игре. Ну, сейф-стейты я не хочу здесь использовать. Я не хочу тут сохраняться, потом загружаться тут. Я не хочу этого делать. Эта игра не очень хардкорная. Хотя местами здесь сложные места есть, но все равно же как-нибудь-то мы же-то забрали 126 звезд за 26 частей. И остальные 24 осталось мне. А эти 100 желтых монет мне осталось еще 4 раза делать. И, друзья, я вам хотел еще рассказать про одну тему. Это вот про Super Mario Sunshine. Я говорил, что я ее забросил, этот проект, потому что она зависает. А вот вчера на работе, когда я работал, думал, я же не могу просто так забросить летсплей, если игра зависает. Так что я... Придумал технику использовать
попробуем ее. Если получится, тогда мы сможем даже продолжить себе Mario Sunshine прохождение. Только это будет очень много работы. Только это очень-очень-очень много работы будет это делать с этой техникой. Это мне надо будет записывать видео Mario Sunshine без голоса, только геймплей с зависаниями. Я потом думал, может быть, как-нибудь прибавим скорость видео, чтобы лаги не так видно было. А потом с другой программой записать голос, потом как-нибудь склеить и делать части. Но это очень долго будет работа. Я не знаю, это получится или нет, эта техника. Но я так думал, может быть, попробовать как-нибудь сможем. Ну, давайте для начала мы завершим вот этот вот проект. А потом уже будем думать. Ну, если получится эта техника, все равно Sunshine не каждый день будет выходить, как и остальные проекты. Не так уж-то часто. Иногда будет выходить, потому что с этой техникой просто очень много работы нужно делать. Очень много работы. Потому что геймплей буду записывать через Fraps или через Camtasia Studio. А голос потом будем записывать через Audacity, называется программа. Итак, сможем как-нибудь потом пройти Mario Sunshine. Только не знаю, там будет 100% или нет, я ничего не могу сказать, потому что я сам не знаю, эта техника у меня сработает или не сработает. Это надо не проверить будет. Это надо будет проверить. Давайте для начала мы продолжим эту игру, пройдем ее, а потом уже, когда уже освободится место в прохождении, потом уже будем уже думать про Sunshine, как там дальше делать. Если та техника тоже не сработает, тогда мы ее только полностью забросим и не будет видео. Так сможем попробовать когда-нибудь, да, записать четвертую часть Sunshine. Потому что мне писали, жаль, что ты ее забросил, потому что летсплей на русском никто не делал Mario Sunshine. Да, конечно, никто не делал. Потому что больше всего летсплей по Super Mario Sunshine делали на немецком, на английском там. А на русском еще никто не делал летсплей по Mario Sunshine. Если эта техника сработает, тогда я буду один из первых, которые записали летсплей по Super Mario Sunshine на русском языке. Потому что там плагины никакие не работают в Mario Sunshine. Вот я уже пытался вот добавить чит, чтобы 60 FPS было. Не получается, и все. Не хочет действовать так. Значит, придется как-нибудь по-другому это делать. Может быть, как-нибудь получится, чтобы потом завершить Mario Sunshine как-нибудь, да? Так, я думаю, что тут мы уже много монет забрали. Думаю, теперь мы можем остальные монет забрать. Осталось у меня еще 38 монет. Ну да, все монеты попадали. Все монеты попадали. Спасибо тебе большое, игра. Я тебя так обожаю. Я тебя так обожаю, что даже игра зависать начала. Но я ничего не могу сделать. Пускай будет зависать, мне все равно. Так, теперь мне надо здесь забирать монеты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, что это? Почему она у меня иногда зависает? Я не могу понять, из-за чего. Я ничего такого не делаю. Я записываю так же, как и первую часть. Я даже апдейты делал на ПК, чтобы... Думал, может быть, из-за этого было, что части зависали были. Я даже фильтр снял, чтобы не было HD там. И все равно. Все равно что-то игре не хватает. По шее надо надавать ей, да? Ну ладно.
теперь мы будем тут потихоньку спускаться вниз, потому что у меня осталось еще, друзья, 28 монет, и все 100 желтых монет будут собраны в этой мире. Потом же еще один мир надо будет пройти, 100 желтых монет забрать, а потом уже в следующей части будем уже... Там нужно будет еще зайчиков ловить всех будет. Но это мы будем как-нибудь по-другому делать, потому что это скучно будет так смотреть, да? Как мы я с Гоусом буду все зайчиков ловить. Ну, посмотрим. Ты что делаешь? Ты что делаешь, придурок, что ли? Ты что делаешь? Я же вот так делаю. Я же вот таким способом хочу сюда сделать что. О! Гигантский гриб! Смотрите, какой огромный грибок тут. Топ-т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 оп. Смотрите, мы даже... Бум! Бильярд играем, да? Так, смотрите, как прикольно. А давай-ка еще одно. Давай еще одно. Во! Хоть мы можем тут жизньки понабрать. Давай еще один шарик. Во! Давай еще. Еще шарик. Еще один, давай-ка еще один. Давай еще один, упади. А нет, теперь мне не надо шарики. Хоть мы тут понабрали себе снова пару жизьки. Хоть 39 жизьки у меня снова. Так, теперь мне надо сюда пойти. Потому что там еще и Чакья есть. Тю-тю, там-там-там. Хватит мне расстояния? Хватит, хватит, хватит. А, тут же тоже еще монеты есть. Иди в жопу от меня, обезьянка. Я не хочу играться с тобой. Я тебе не дам пиццу или что-нибудь такое вот. По шее тебе там, по жопе, все. А ну-ка, Чакья, иди-ка сюда. У тебя... Тебе есть то, что мне нужно. Это твои вот 5 монет, которые в тебе находятся. Ну, мы забрали только 3. Ну, ладно, пусть будет так. А тут же еще и бомбы есть. 3 штук. Их мы тоже еще будем поубивать. Ну, я думаю, теперь уже как-нибудь должны хватить монеты, да? Чтобы... забрать 100 желтых монет в этом мире. Ша! Выкинул его в пропасть. Конечно, молодец я, Рустен, да? Но если мы сдохнем, тогда мы за кадром снова доберемся до этого места. Тара-та. Ой, блин, а! Тут еще и на грибах еще и красный есть. Ну ладно. Может быть, так как-нибудь. Я думаю, теперь уже должно хватить, потому что осталось уже не так много монет забрать мне. А потом еще один мир, надо будет 100 желтых монет забрать. Тихо, тихо, тут яма, друзья. Тут яма, тут мне надо вот так делать. Так, сюда вниз я могу пойти, потому что здесь пару монет еще есть для меня. О, 3 монеты, должно хватить. Хоть хорошо, что я... с крыватной кепкой тут больше монет забрал бы. Так, тут 3 гумбы, последние 3 монеты. Живо сюда, быстро, быстро сюда. Спасибо, спасибо. Ну, пускай, пускай, пускай я снова буду Марио. Пускай я буду снова Марио, ничего страшного. Потому что... А, я же еще могу тут сдохнуть, да, сейчас? Да-да-да. Да-да-да, будем брать этот блок. И пускай он меня бросит вот сюда. О, 104 монеты. Все, 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 все. А теперь, чтобы снова у меня еще больше жизни были, мы сейчас возьмем эту сову, и с ней мы полетим на самую макушку горы и заберем там одну звезду, и все. И 100 желтых монет у меня будут собраны в этом мире. Ну, то есть здесь не так легко было их забирать здесь все, как в Марио 64, потому что, хотя бы я уже говорил вам... А-а-а, тут нету. Тут нету звезды. Ладно. Да пускай, все равно. Ладно, тогда мы полетим тут. Куда-нибудь улетим в пропасть или куда-нибудь, потому что мне уже все равно. Мне уже все равно, я сдохну или не сдохну. Как-нибудь-то... А черт, я хотел прикольно сделать. Улететь куда-нибудь. Мяу. Вот так. Вот так как-нибудь. Будем тут летать, пока скепка не закончится. Уиу, куда мы улетим? Ну-ка посмотрим. Что тут, невидимая стена, да?
Или что тут? Да, смотрите, я мир под низом видел почти. Но я сдох за это время. Ну, хоть мы забрали 100 желтых монет в этом мире. Это хорошо. Так, теперь мы пойдем